про шахтеров, которые потерпают на Донбассе. Я почему-то вспоминаю квартиру в Лондоне за 300 миллионов долларов, которые бывший ваш работодатель, господин Ахметов, купил. И которого он иногда посещает в городе Лондоне за 300 миллионов долларов. По нынешнему курсу, если мне не изменяет память, это под 6 миллиардов гривен. Вообще нормально или нет? Расскажите. И вы мне про шахтера будете рассказывать, которые в Донбассе голодают? Извините, пожалуйста, но то, что произошло на Донбассе, это прямое следствие руководства ваших менеджеров и вашего бывшего работодателя господина Ахметова. И господин Янукович, извините, господин Вилкул, я вообще первый раз с вами на эфире, но мне просто смешно вас слушать, потому что вы были в команде господина Януковича, который довел эту страну не просто до кровопролития, до ситуации вообще полураспада. И вы будете рассказывать и лечить других. Если вы сказали про Донбасс, то оппозиционный блок подал как раз обращение квартиру в Конституционный суд продайте за 300 миллионов долларов. У господина Ахметова один самолет – это «Фалькон», а второй самолет – это аэробус, который входит в 100 человек, но он его использует для частных нужд. Этот самолет стоимостью под 100 миллионов долларов, и квартира в Лондоне – 300 миллионов долларов. Извините, полмиллиарда только на два средства. Скажите, средства один вопрос. Скажите, а кто из вас верит в то, что в этой нищей стране можно миллиард заработать честно? Поднимите руку. Кто? Хоть один здесь верит в то, что миллиард долларов можно заработать честно? И один.